Новый дизайн, удобный формат, актуальные новости. Будьте с нами в центре событий. «Лови ветер». Чемпионат Югры по зимнему кайтингу прошел на Сургутском побережье. Экстремалы собрались на Оби. Погода позволила участникам показать всю красоту этого вида спорта. Лучших выявили в дисциплине курс-рейс. Как отметили сами участники соревнований, этот турнир – лишний повод встретиться с старым друзьям. Да и соревновательной практики у спортсменов немного, а зимний сезон уже практически завершен. Много друзей приехало сюда. Приехал Екатеринбург, Надым, Когалым, Нижневартовск, Нефтьюганск. То есть традиционно собирается очень большая приятная компания. Ну и приятно бороться. Смотрите программу «В центре событий» каждый день на телеканалах «Сургутинтерновости» плюс СТС, ТВ3, ТВ-центр. Достоверная информация из первых рук. Злободневные проблемы и пути решения. Резонансные происшествия. Программа «В центре событий» каждый день.